Хип-хоп по праву считается самым демократичным танцем. Тем не менее, как в любом деле, здесь необходима постоянная практика, чтобы достичь определенного мастерства. На бесплатный мастер-класс, который проводился преподавателями танцевального клуба «Звездный вальс», собралось более 30 мальчишек и девчонок. Нам хочется как можно больше, чтобы ребята развивались, чтобы как можно больше им информации давать на каждом занятии. И для тех ребят, которые хотят ездить на соревнования, мы готовы им давать еще больше. То есть еще больше, насколько они могут взять. Всех присутствующих разбили на две группы для простоты подачи материала. В одной – начинающие и совсем юные танцоры, в другой – более опытные и старшие. Преподаватели отмечают, что посетить этот мастер-класс могли люди любого возраста, но хип-хоп пользуется популярностью именно у молодежи. Естественно, что каждый мастер-класс посвящен какому-то определенному движению или их сочетанию. В данном случае упор на уроках делался на так называемый кач. В хип-хопе подобным словом называют набор основных базовых движений, без которых заниматься этим стилем никак невозможно. Сегодня мы разбирали несколько видов кача в разных частях тела. Это самое главное, что должно быть вообще в хип-хопе. Самое главное движение, самое главное упражнение. И также мы стараемся контролировать музыку. В общей сложности мастер-класс продолжался более 3 часов. По его окончании всем вручили памятный диплом. А те, кто смог лучше всех продемонстрировать усвоенный материал, получили победные кубки. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.